Мороз и солнце. День чудесный. Этого вы ожидали от декабря? А нет, он нам дал серые дождливые будни. А что ожидается на выходных? Сейчас расскажу. В субботу небо покроется облаками. Ожидается дождь. Днем столбик термометра покажет плюс 2 градуса, ночью опустится до минус 1. В воскресенье облачная погода продержится до самого вечера. Днем плюс 3 градуса, ночью минус 2. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.